В рамках преодоления пандемии и ее последствий проводится работа по привлечению финансовых средств международных финансовых институтов на общую сумму 773,1 миллиона долларов. Из них льготных кредитов на сумму 597,4 миллиона долларов, грантов 175,7 миллионов долларов. На сегодняшний день из 773,1 миллионов долларов в республику поступило финансовых средств на сумму 333,4 миллионов долларов. Ожидается поступление оставшихся 439,7 миллионов долларов, что в процентном соотношении составляет 43% и 57%. Из полученных 333,4 миллионов долларов использовано 203,1 миллионов долларов. Остаток составляет 130,3 миллионов долларов. Примечание. Остаток поступивших неиспользованных средств в сумме 130,3 миллионов долларов находится на счетах Центрального казначейства в Национальном банке Кыргызской Республики. Финансовую помощь оказали данные международные финансовые институты. Указанные финансовые средства были направлены на финансирование мероприятий, связанных с преодолением последствий коронавирусной инфекции, выплату пенсии и пособий малообеспеченным слоям населения, обеспечение продовольственной безопасности и продуктами питания нуждающимся, льготное кредитование предпринимателей, а также выплату заработных плат врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы.